Ладожское озеро. Седой свидетель славных страниц русской истории. Ладожское озеро. В великой битве советского народа с немецкими захватчиками оно снова стало местом больших исторических событий. Весна 1942 года. Кончалась ледовая дорога. Новые славные и необычные задачи встали перед древней седой Ладогой. Открылось озеро. Тысячи тонн груза скапливались на восточном берегу озера в ожидании открытия навигации. Второго мая капитан Велков первый провел в Ленинград кратчайшим путем сквозь льды буксирный пароход «Гидротехник» и первый караван с продовольствием. Караван шел под охраной кораблей Ладожской военной флотилии. «Гидротехник» открыл навигацию намного раньше обычного. Лучшие силы ленинградских предприятий пришли на необжитые малолюдные берега озера. Здесь все приходилось создавать и налаживать заново. Военный совет Ленинградского фронта поставил большие задачи перед строителями портов и судостроителями. На Ладоге развернулось строительство, закипела работа. Начальник тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенант Логунов беспрерывно наблюдал за выполнением решений военного совета. Работать приходилось под носом у врага. Для защиты строительства и водных путей сооружались оборонительные укрепления на восточном и западном берегах озера. Каждый причал должен быть связан с железной дорогой. Новые боевые транспортные суда, построенные на ленинградских заводах и верфях, передавались Ладожской военной флотилии и флоту северо-западного речного пароходства. Thank you.
Слово, данное военному совету, судостроители сдержали. Из секций, сделанных на заводах в Ленинграде, они собрали на берегу озера 14 больших металлических барж. Каждая такая баржа принимает 40 тысяч пудов груза. Стахановец, двухсотник товарищ Суслов, сваливает секции последней баржи. Тридцать одну деревянную баржу построили речники северо-западного пароходства на реке Волхов. Город и фронт требуют много горючего. Чтобы доставить его быстро и без потерь, по дну озера был проложен самый длинный в Советском Союзе подводный бензопровод. Доставка многих тысяч тонн драгоценного горючего в Ленинград обеспечена. Недавно лежали волны и шумел лес, бою ленинградских большевиков по инициативе Андрея Александровича Жданова выросло большое механизированное портовое хозяйство. Село Кабона превратилось в большой порт, через который идут грузы для Ленинграда, Ленинградского фронта и Краснознаменной Балтики. Здесь зверствовали гитлеровцы зимой 1941 года. Отсюда их прогнала Красная Армия. Там, где были развалины, встал теперь порт. Thank you.
На западном и восточном берегах озера созданы порты с многочисленными причалами. Днем и ночью по этим путям идут караваны судов с грузами, с людским пополнением для фронта, с эвакуированным населением. Перевозками непосредственно руководил начальник управления перевозок Ленинградского фронта генерал-майор Шилов. Командир роты угольного батальона Фруза Михайлова. Ленинградские женщины на Ладоге трудятся самоотверженно, не уступая мужским бригадам. Работу на фабриках и заводах, в лабораториях и школах они сменили на лопат угольщиц. Ни одной лишней минуты не простаивает на погрузке угольные баржи. Переходящее красное знамя крепко держит лучший на восточном берегу озера батальон двухсотников майора Абдурахманова. Командир взвода лейтенант Басов. Сержант Чернов. Это передовые люди батальона. Всегда на страже зенитчики Ладоги. С восточного берега идут караваны в Ленинград. Моряки Ладожской флотилии Краснознаменного Балтийского флота охраняют идущие по озеру грузы. Десятки тендеров, груженные баржи и пароходы, прибывает к причалам Осиновецкого порта. Мастера погрузки западного берега Афанасьев. Галямов. Гераничев принимают грузы, заботливо уложенные двухсотниками восточного берега. Непрерывным потоком направляются грузы в Ленинград. Все для победы шлет страна любимому городу.
организованно проводилась эвакуация населения. Ежедневно к берегам Ладожского озера уходили эшелоны. Заботой и вниманием были окружены маленькие ленинградцы, покидающие родной город. Ленинград передавал другим городам оборудование своих замечательных заводов, которые из-за блокады не мог использовать сам. Одновременно с оборудованием на работу вглубь страны уезжали квалифицированные ленинградские рабочие. Паровозы и вагоны пересекут озеро на специально построенных паромах. На пароме проложены рельсы. Их соединяют с рельсами причала, и паровозы переходят с причала на паром. Предполагалось сначала и порожние железнодорожные цистерны перевозить на паромах. Но русская смекалка подсказала другой способ. Экономнее и проще. Озеро пройдено. Снова на рельсе.
Отсюда на платформах станки пойдут прямо на заводы. Завтра они, смонтированные руками ленинградских рабочих, в новых заводских корпусах, дадут стране, дадут Красной Армии новое оружие для разгрома ненавистного врага. Из глубины страны идут новые пополнения на Ленинградский фронт. Ленинград защищает сыны всех народов советской земли. Городу фронту страна шлет вооружение и боеприпасы. Огненным ливнем обрушат защитники Ленинграда эти снаряды на головы гитлеровцев. Воздушными налетами враг пытался нарушить работу трассы. Зенитчики зорко берегли трассу. Десятки вражеских самолетов нашли свою гибель в студенных водах и на берегах Лавры. Под надежной охраной шли паромы и баржи к западному берегу. Непрерывным потоком идут через озеро боевые грузы. Thank you.
грузчики Осиновецкого порта быстро перегружают снаряды, чтобы скорее доставить их к фронту. Старший сержант Игнатов, боец Горязев, как и многие другие бойцы батальона, дают больше 250% нормы в день. Честь и слава грузчикам Ладоги! Темные осенние ладожские ночи в портах не приостанавливалась работа. Как и днем, шли потоки грузов. Хотя и не каждая ночь проходила спокойно. Часты штормы на Ладожском озере. Его штормовые волны не менее грозны, чем на море. Штормы и непогоду уверенно ведут караваны ладожские моряки. Преодолевая все трудности, они поддерживают непрерывную связь между берегами озера. По этому пути перевезены сотни тысяч человек, десятки миллионов пудов грузов. Вражеские налеты разрушали портовые сооружения, выводили из строя суда и баржи.
слепая стихия, ни коварный злобный враг не смогли ни на час остановить движение караванов, не смогли ни на минуту прервать работу Ладожской военной трассы. Волховстрой 1. Фронтовой железнодорожный узел. Сюда враг обрушил тяжелые бомбовые удары. Он хотел разрушить дорогу, по которой идут основные грузы на Ладогу в Ленинград. Волховские железнодорожники мужественно продолжали работу, ремонтировали паровозы и подвижной состав, быстро восстанавливали разрушенные пути. Идут составы на Ладогу. В этот день, как обычно, по озеру шли караваны судов. Враг, не сумевший систематическими бомбежками нарушить работу трассы, пытался захватить опорные пункты на озере, перерезать трассу, единственный путь в Ленинград. Остров Сухо. Его гарнизон под командованием старшего лейтенанта Гусева принял на себя основной удар. Находящийся в дозоре тральщик, которым командует старший лейтенант Каргин, отвлек часть артиллерийского огня и уничтожил десантные группы противника. Командующий Ладожской военной флотилией капитан первого ранга Чироков. Для ликвидации десанта противника к месту боя вышли военные корабли. Вступила в бой наша авиация. Thank you.
попытка врага перерезать трассу сорвалась. Наши корабли захватили судно противника. Взято много трофеев. Командующий краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал Трибус. От Советского информбюро. 22 октября до 30 десантных судов и катеров противника под прикрытием авиации пытались высадить десант на один из наших островов на Ладожском озере. Силами гарнизона острова, наших кораблей и авиации Краснознаменного Балтийского флота десант противника был разгромлен. В результате боя уничтожено 16 десантных судов противника и одно судно захвачено в плен. В воздушных боях в районе высадки десанта сбито 15 самолетов противника. Наши корабли потерь не имели. Победа моряков Ладожской флотилии вдохновила ленинградцев на новые производственные победы. Новыми успехами ответили на победу моряков и люди фронтовой трассы. Своей самоотверженной работой они обеспечивают непрерывный поток грузов городу Ленина. Родина по достоинству оценила работу славных грузчиков, бойцов фронтовой трассы. Заместитель начальника управления перевозок Ленинградского фронта по политической части, генерал-майор Тюркин, вручает правительственные награды лучшим из лучших. Они с честью выполнили задачи, поставленные перед ними военным советом Ленинградского фронта. Товарищ Жданов. Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Говоров. Генерал-майор Штыков. Генерал-майор Кузнецов. Товарищ Соловьев. Город Ленина стоял и стоит навеки неприступной крепостью. Город Ленина вписал славные страницы в истории Великой Отечественной войны, под обстрелом врага, в непрерывных боях проложив путь через Ладогу.